Ребята, всем привет! И сегодня мы играем в игру, которая называется Death Watch. Собственно, название ее на экране. Это игра из серии I'm on Observation Duty, только скрещенная, ну, на какую-то часть с госхантингами. Это необычная смесь. Что получилось у разработчиков, давайте узнаем. Вышла она буквально тут пару дней назад. Не знаю, когда это видео выйдет, но где-то пару дней назад. Здесь есть туториал. И я думаю, что, наверное, мы начнем с него. А, это все, это весь туториал, все понятно. Используйте правый монитор, чтобы наблюдать за каждой комнатой и замечать различия или ивенты. Знайте, что изменения могут происходить и вокруг вас, поэтому используйте свой фонарик, средняя мышь. Когда вы заметите, что микрофон, камера-микрофон, что-то, короче, там меняется, ждите и слушайте. Записывайте события на левом мониторе в ивент-логере. Потом, когда вы поймете, что та или иная частота невозможна, вычеркните ее в списке. Когда вы встретите достаточно ивентов, запишите оставшиеся частоты в ваш Ghost Zapper 2000. Не забудьте следить за своей спиной, потому что, скорее всего, наблюдаете тут не только вы. Что ж, так, у меня мышь пропала. Это нормально? О, вернулась. Старт гейм. Нет, ну Nightmare мне не нравится, он, во-первых, красный. 4 карты, нифига себе. Так, North Pines Cabin. Начнем с нее, скорее всего, это самая маленькая. Блин, за мной надо еще следить. А, тут, оказывается, туториал встроен. Так, кажется, что тут есть какое-то существо, которое нельзя зарепортить, но кажется, оно боится света. У вас есть только один шанс, чтобы изгнать существо, поэтому будьте внимательны. Ой. Так, ну здесь какая-то картина. Мне тут надо запоминать, что где? Лампа, манекен, дверь открыта. Свечка. Шкафчик какой-то. Так, Шед. За мной там датчик микрофона. Не знаю, нужен он вам или нет. Блин, немножко страшненько, если честно. Порч. Три книжки, нож. Лампа. Темновато. Но здесь нельзя настроить brightness. Что-то светится. Коробки. Это кружка с карандашиками, какая-то финтифлюшка, две свечки, две кружки, книжка, штучки, чемодан стоит, это колонка с водической, качелина, какая-то деревянная фигура, а, это скамейка, тут что-то лежит в машине, свет горит, кладбище, блин, запоминать могилы, одна вот камень упал, два камня, вот так стоит, вот так. Лопата. Нож торчит. Так, а как выйти отсюда? Я теперь переживуньку насчет того, что... Там что-то за мной может произойти. Я пока ничего не вижу. Скорее всего, мы проиграем. Так, а здесь лампа была? Ладно, плевать. А насколько здесь будут странные аномалии? Боже, как некомфортно. Я уже забыла это чувство. Так, калиточка открылась, что ли? Как это? Что это такое? Грейвьярд. Давайте попробуем. Грейвьярд. Я не знаю, это door manipulation, наверное. Нет.
А вот это вот открылось. Было открыто? Что ж. Какие-то звуки. Вот, door manipulation, porch. Porch, door manipulation. Чё ты мне рассказываешь-то? О! More data needed? Что это значит? Что это значит? В смысле more data needed? Дверь открылась. Может, там еще что-то надо? Тут ничего такого нет. Кто-то должен на меня нападать. Если вдруг что. Я пока ничего не могу заметить. Не понимаю, почему не засчиталась дверь. Какие же напряжные эти игры. Ничего пока не вижу. Тут особо ничего и не видно. Темновато. А, это стул, господи боже. Так, это что такое? Порч. Я не знаю, это камера malfunction, наверное. О, R4. Все, вычеркиваем. Это первое, блин, что мы заметили. Капец. Самая какая-то очевидная фигня, которую невозможно было пропустить. Вот здесь, по-моему, лишняя банка. Driveway. Driveway Extra Object. По-моему, там одна стояла. Опа, R3. Пошло дело, смотри. А чё, почему не справилась? Так, в шейде свет потух. Лайтинг. Да, блин. Что значит more data needed? Needed. Ну, лайтинг, наверное. Только не говори мне, что нужно more data. B2. Blue 2. Так, тут чё?
Нормально все? Блин. Тут могут быть тела, какие-то расчлененка, кровяка. Ну, то есть тут прям жесть какая-то может быть. Блин, вот тут вот все что угодно может быть, я не замечу. Какие-то еще банки. Лопата была здесь? Кто теперь узнает? Здесь свечки. Ай-яй-яй! Пошел вон! Видели? А я могу зарепортить мой рум? Entity sighting. У меня entity зашел. О, R1. Это тоже считается? Серьезно? А что это значит? Он теперь будет ко мне приходить? Я не хочу. Дайте я проверю, у меня запись там идет. Все, ладно, хорошо. Только не хотела страдать. За мной, как я уже говорила, там датчик микрофона, но я вот сколько говорю, ничего не срабатывает. Я не знаю, зачем он там нужен. Наверное, это какая-то... Какой-то есть у него... А, вон за мной, все вижу. Шет... Аудиогор, наверное, это. Какие-то, ну, неприятные звуки. Я поняла, это для того, что, типа, если ты, ну, наверное, без наушников играешь, что-то типа того, чтобы ты видел, что какое-то действие происходит. Две свечки. Я буду следить за двумя свечками. Ну, короче, я не буду камеру двигать там. Во-первых, вы все слышите. А во-вторых, зачем? Камер вроде немного. Но прям реально ничего не происходит. Звуки какие-то у меня. Я умерла? А почему? Подожди. У нас же все так хорошо было. А почему я умерла? Лопата есть. Дверь. Три книжки. Лампа. Топор. Две папочки. Три коробочки. Шкатулка. Раз, два, бумажка. Две эти самые. Две банки. Колонка. Две свечки, две кружки, тарелочка, тарелочка. Две тарелочки, две кружечки. Все по два. Две эти самые. Да, тут не было банки. Банку я спалила. Две банки, здесь какие-то два мешка с цементом. Но монстр был достаточно милый. Он такой, типа, приветики. Сначала меня погладил по головке. А потом сам меня сожрал. Но я не поняла, если честно. Типа, мне надо было где-то его спалить. Короче, монстр не страшный. Можно уже как немножечко расслабить булки. Секундочку. У меня тут мама волнуется. Мы знаем, что нельзя расстраивать маму. Три молоточка висят. Чё тут? Я же все репортила. Что, он где-нибудь на потолке сидел? О, человек. Висит. Path. Victim, наверное, не знаю. Жертва.
Может быть, это имеется в виду, он пропал? Нет, он висит. Может быть, имеется в виду, что нужно, ну, какой-то другой, может быть, это entity sighting, типа? Имеется в виду, что я что-то заметила, но неправильно это классифицировала? Меня еще и наказали. Не совсем понимаю, что значит more data needed. Ну. Звуки какие-то. Может быть, на один ивент надо два репорта какие-то. Он меня это раздражает. Почему он не уходит? Что значит more data needed? Меня похвалили? Блин, гром какой вонючий, а? Раздражает. Не вижу ничего пока. У чемодана топор был. Давай на пас экстра объект бахнем. Ясно. Так, кто тут у меня разговаривает в комнате? Чел тупо висит. Кайфует. У меня нет аудио. Я не могу зарепортить аудиоприколы у себя. Хотя, подожди, может, а здесь аудиоприколы? Тогда должна была эта штука дергаться. Тяжело, пока. Мне кажется, у меня вот в порче свет меньше в лампе горит. Мне кажется, меня сейчас накажут за это. Ладно. Ну где? Где эта сущность? Я хочу на нее посветить светом, чтобы она ушла, если она здесь. Я уже 3 неправильных, да, сделала репорта. В обсервейшене с этим было просто. Ты просто репортишь неправильно, тебе система подкидывает больше аномалий. И ты такой, ну? За репорчку я и это. Так. Malfunction. Ну, наконец-таки. А вот этого пацана вы не хотите убрать? Я хочу хоть одну нормальную аномалию заметить. Ну, чтобы мне прям приятно было. Я вот эту вот на лампу, на вот эту грешила. Мне кажется, она тусклее стала. Я хочу заметить такую аномалию, чтобы, ну, чтобы я собой гордилась.
То, что я заметила, камера malfunction, ну... Молодец, наверное. Не, ну, здесь, конечно, понапряжнее, чем в обсервейшене. Еще раз лампочку мне разобьешь, будешь платить. Здесь еще есть режим, то ли это в Nightmare, то ли это отдельная карта, где по принципу FNAF реализовано, ну, то есть такой же геймплей, только у тебя периодически может приходить чувак, как вот этот вот наш, который нас сожрал в прошлый раз. И от него надо закрывать дверь, соответственно, дверь тоже там имеет заряд, ну, классический FNAF. Но нам до этого... Я не знаю, что это. Голоса в голове. Ага, ясно. Спасибо. Нам пока этот режим не светит, мы тут проигрываем. Да нет тут аномалий, это все обманеживание. Ничего не меняется. У меня стул этот черный фрустрирует. Что там, что я... О, лишняя банка в драйвее. Ну, это я уже знаю такое. Блу 5. Я вычеркнула две штуки. Две. Это новенький. Это новенький. Хорошо, ладно, давай еще раз. Давай. Давай, я завелась. Так, дайте я проверю. Все нормально идет. Так, блин. Как здесь выиграть? Топорик был. Я ничего не вижу. Здесь, кстати, нет... Ну, brightness нельзя выкрутить. Вы видите хоть что-нибудь? Я хочу хотя бы, ну, хотя бы половину пути пройти. Пусть меня сожрут, но потом. Пока я тупо лажаю в этой игре. А это изи. То есть меня тут жалеют. Откуда еще эти твари вылезают? Я не понимаю, что я должна искать. Ну, типа, говорят, наблюдайте. Потому что не только вы один наблюдаете. Мне надо найти, где он прячется, типа, или что? Дверь открылась на парче. Он что скажет, что этого недостаточно?
Три молоточка. Что это такое? Пока ничего вот из этого не исчезает, ну, насколько я могу судить. Вроде все на месте. А что тут еще может поменяться, если не мелкота вот эта? Ну, количество могил, ну, вроде я за ними слежу. Давайте бахнем экстра объект на гравиарде. Лишняя могила, я считаю. Хорошо, ладно. Это гром. То ли я вот куда-то не туда смотрю? Возможно, здесь какие-то такие изменения, которые фиг заметишь. Ну какие-то же я замечаю. Что-то разбилось, наверное, эмбиент какой-то. Или мне в окно этот призрак залез. О, книжка лишняя на парче. Ну-ка, убери. И три книжки было, я помню. Б1. И не убирают их, главное. Не фиксят аномалис. Так, лопата пропала. Лопата пропала с грейвьярда. Disappearance. Ох, сказала, прям сразу хорошо стало. Disappearance. В смысле? А, нет, вот лопата стоит. Фу, блин. Отстой какой. Как мне монстров победить, игра? Ладно. Лопатой смешно было. Три каменюки. Коробочки, три книжки. Что еще? Что еще надо запомнить? Скажите, я запомню. По-моему, здесь нет brightness. Не. Я бы выкрутила к себе. Сделала посветлее. Просто, чтобы посмотреть, что тут еще есть из того, что я не вижу. У меня настолько, блин, лопата перестала попадать в фокус моего зрения. Что я здесь смотрю? Ну, вот я один раз мужика тут заметила. Он лез ко мне, он оттуда. Какой-нибудь disappearance. У меня есть тут object disappearance. В моей комнате что-то исчезло. Но я не знаю, что. Да? Найс. B6. А что исчезло, никто не знает. Что ж. Мне показалось, там полки просто пустые, потому что что-то на полках стояло, но оказалось, что дело не в полках.
Но меня сейчас опять сожрет это чудище лесное. Где оно может быть? Там в шкафу, под кроватью, под диваном. Дверь бы закрыл. Мне кажется, так было бы приятнее сидеть с закрытой дверью. Ничего не происходит. А я ведь почетный специалист по диссапиренсам. Я как бы не первый день в такие игры играю. Мне кажется, тут надо brightness сделать разрабом. Рядом со мной стоит лампа, она, ну, не прям в монитор светит. Тут был пенёк. А, что я начала про лампу-то говорить? То даже она мне немножко дает за свет, и все. Тут надо либо... Там звук просто дернулся. Либо в полной темноте играть, либо я не знаю. А что там еще есть? Bloodgore, Мульфа, Writings, есть Symbols. Что такое Symbols? Еще может быть Symbols? Эй! Кто в ухо мне дует? Тебе капец. Я, кажется, предотвратила свое убийство только что. Я не знаю, это malfunction или это lighting. Lighting. Подождем. Оно бы сейчас убило бы меня. R1. А я могу у себя entity sighting зарепортить? Оно ж приходило ко мне. Я его прогнала. Спасибо. Короче, когда какой-то шипоточек, это, видимо, надо все бросать и идти искать entity. Вот здесь, мне кажется, тут что-то, блин, с деревом с этим не так. Наверное. Но это не факт. Так, кровь на могиле, graveyard. Blood. Грин 1. Но я уже вычеркнула 4. По-моему, это рекорд. Надо себя хвалить. Мне кажется, тут со звуком, ну, то есть какой-то звук идет. Если я успеваю среагировать и найти эту штуку, то выживаю. Если нет, то она меня убивает. Скорее всего, это с какой-то периодичностью происходит. Шум какой-то слышу в ушах просто. Возможно, это в реальной жизни. Надо к лору сходить. Так, дверь закрылась. Грейвьярд. Грейвьярд. Door manipulation. Тут не хватает этого. Другана из метели. Который говорит, так, погоди-ка. Блин, мне показалось, там глаз был. Что-то здесь не так.
Что он сказал? Audio threat. Audio help. Он что-то... Stop me, мне показалось, он сказал. Блин, 65%, тут еще что-то разряжается. О, R3, нормально. Идем великолепно. Фонарь мой разряжается или чего? Система разряжается. Но это пока лучший заход. Чего? Драйвей какой-то был. Не знаю, что. Аудиогор пусть будет. Ясно. А может, от звука то, что тут этот? А? Выходи. Нравится, как я себя успокаиваю. Да блин, ну а как это пройти? Я не могу это пройти. Даже если я выживу. Тут ничего не исчезает. Как я кровь еще, блин, заметила. Тут лишний молоток. Скотина. Shed extra object. Блу 5. Ой, хорошо. Да я не знаю, что. Порч, камера malfunction, наверное. Блин, прикинь, сейчас выиграем. Ясно. Кровь. Path. Path. B3. Я уже отогнала двух entities. Две entities уже все ушли. Может, тут это symbols? Тут не может быть какие-то symbols? Давайте с репортим. Грейп или writing. Writing. Graveyard symbols. Entity orbs. Тут еще есть orbs. А как orbs выглядят? Я так понимаю, что здесь не наказывают. Здесь просто периодически происходит охота. И как бы чем я больше... Ясно. Чем я больше нахожусь в игре, тем больше охот я буду получать. Соответственно, чтобы мне как бы сталкиваться как можно с меньшим количеством охот, я должна побыстрее с этим совсем расправиться. Что-то типа того. Так, колесо пропало. Драйвей. Disappearance. B2. Так, у меня есть голубое. Голубое у меня есть. О, здрасте. Так, object movement. Есть тут такой? Да, есть. У меня манекен поехал. Он не тут стоял. R5. Великолепно. Вернись на место, пожалуйста. А куда? А, он не вернется. Ясно. Что ж. И колесико не вернется. Как выглядит орбс? Как арба или как арбуз? Так, ну я завелась уже. Единственное, что я ничего, блин, не вижу. Какие тут writings могут быть? Где? Symbols. Какие symbols? На этих, на...
трупах в Морчуре. Такие символс. Это вот что вот это такое? Вот это. Что это такое? Это символс? Я ж уже вроде репортила. Или это просто дерево? Нет, это не просто дерево. R4. Нормалек. Как будет с каждым. Там слышно, там шепот. Шепот идет в ухе. Я так понимаю, что это значит, что... Entity рядом. Знать бы, как выглядит Orbs. Потому что, может, у меня Orbs. Чем больше я репорчу, тем кажется, что уже, ну, тем больше остается штук, которые я не замечу. Хотя ж я вот какие-то замечаю. Не включается фонарик. А почему? У меня разрядился б. Фонарика есть заряд. Ну все, гайс, это ГГ. Это ГГ. Класс, экстра объект. У меня еще очень много. Класс, объект, disappearance. Все, у меня нет фонарика, я не могу светить на монстряк. На монстряков не могу светить. R2. Pass Entity Orbs. Ладно. Что тут еще может быть? Pass Object Move. Буду натыкивать. Давайте попробуем, ну явно я уже проиграла, давайте попробуем, что будет, если я ошибусь. То есть у меня R6, B4. Промотал. R6, B4, а тут я выберу какую-нибудь G5. Просто. Я уже все равно проиграла, поэтому... Все? Красивый, красивый. B4. Блин, а я думала еще поставить 4. Было прикольно, если бы я угадал. Но это было бы нечестно. Давайте как бы будем честны. Извините за тавтологию. Собственно, что мы поняли? Надо меньше светить фонариком. Надо светить фонариком только тогда, когда слышишь шепот, и, соответственно, тогда же, в те же моменты, быстро искать, что поменялось в комнате, чтобы это репортить, и больше не светить, потому что иначе... Ну, если бы я сейчас просто бы не начала бы подбирать, меня бы просто сожрал монстр, поэтому...
Так мы хотя бы посмотрели, что бывает, если неправильно выбрал частоту. Ну, вот такая вот игра. Дайте мне знать в комментариях, понравилась вам она или нет. Если понравилась, я запишу ее еще. По крайней мере, нам нужно постараться выиграть хотя бы на первой карте. Иначе как-то странно. Спасибо всем, кто смотрел. Не забудьте про лайки, подпишитесь, кто еще не подписан. А если хотите поддержать канал, ссылка на донейшн-лёрд в описании под роликом, а также в шапке канала. Я с вами прощаюсь, всем пока-пока.